Привет, друзья! Вот это я надурился. Два раза круг почета по кольцу сделал, а тут, оказывается, новую дорогу открыли. Нифига себе новости. Вы что, право идем, да? До этого же ездили по ту сторону моста, а сейчас уже тут дорогу открыли. Глядишь, скоро и по верху уже начнем ездить. Выезжаю я из Тольятти. Все в порядке. Время к 6 подходит по местному. В планах сегодня доехать, ну, как минимум до Кузнецка. А там посмотрим по настроению. Что тут у нас? Ну, нифига себе, уже асфальт лежит. Нормально, нормально. Я думаю, то, что в этом году еще, наверное, не закончится. Слишком много работы. Дай бог следующим летом. Все, уезжаю я в Тольятти. Пожелайте мне хорошей дороги. Время поздний вечер. Добрался я уже до Кузнецка. Нахожусь вот на парковочке. Встреча. От дома я проехал 250 километров. Короче, обход, ужин и отправляемся дальше. Настроение отличное, силы ехать есть. Вот. Моя свежепокрашенная ступица блестит. Сейчас закажем первое, второе. Плотненько перекусим. Кстати, зайдем сейчас в кафешку, я вам покажу. А то я всегда кафе-встреча. Вот. А как внутри эта кафешка выглядит, все никак вам не покажу. Собаки лают. Пойдемте. Познакомлю вас с этим прекрасным заведением. Это, получается, кафешка находится напротив большой кафе под названием «Россия». Ну, мне в России не так сильно нравится, как вот здесь вот во встрече. Такой тамбур у них, курилка. Всем привет. Рукомойник. За телефон нужно положить. Здравствуйте. А будьте добры мне болоньезе и что еще? И на первое давайте, наверное, щи. Вот такая вот кафешечка. До встречи. Что, поехали дальше? За сегодня, наверное, еще соточку пройдем. А там где-нибудь заночуем. Еще раз обход. Посмотрим, поглядим. Пылище летает. А, это как не пыль. Что-то сверху просит. Так, я что думаю? Машина не присосана. Разожжен какой-то. Значит, приедем дальше. У меня была мысля помыть машину. Но, наверное, не в этот раз. Домой, в сторону дома поедем. Может быть, тогда поедем помоем. Okay.
Вот это я поел, вот это понимаю. Так что, кто будет по пятерке ездить, заезжайте в Кузнецк. Попробуйте покушать в этой кафешке, где я всегда кушаю. Так, свет. Ну чё, с Богом? Телефон из кармана достаем, чтобы ничего не мешало. Можно выдвигаться. Да, видите, он на стекле капельки. Я даже наоборот за, чтобы дождик сейчас пошел. Лобовое стекло отмоем от мух. О, ништяк, доброе утро. Что тут у нас на парковке? Практически все уже разъехались. Вчера была полная парковка. Так, ну что, заводимся? Или запускаемся? Сейчас подъедем к тому Фреду поближе. Вот. И пойдем за водичкой. Вот это ништячок утро. Свежо, хорошо. Солнышко светит. Вот птички только сегодня не поют. Так, вот я взял две канистры десятки. Брызгалочку. Тоже наполним ее. Все. Все, пускай выбирается одна. Сейчас вторую подготовлю. Эти канистры чистые, но все равно сполоснуть не помешает. Пойдем на природу посмотрим с балкончика. Все, водичку налили. Одна канистра. Ну, вторая канистра уже на месте. Вот и брызгалка. Все полное. Все, можно выезжать. Отлично. Сходил, умылся. Завтрака что-то неохота. Вот. Так, часики. Телефон тут вот, кстати, вчера с подписчиком встретился. Шамиль, привет тебе большой. Давай я распакую, вонючку повешу себе. Пускай пахнет. С запахом ванили. Так, чем я открыть? У меня тут ножницы были. Написано, ножницы надо открывать. Оп. Все. Ништяк. Давно у меня вонючки не было. Так, куда я повесить? А вот сюда вот. Все, пускай висит. Все, Шамиль, спасибо тебе большое за вонючку.
а вторую в легковушку повешу. Ты же мне две подарил. Одна будет здесь, другая в легковушке. Все, выезжаю. Завтракать будем где-нибудь попозже. Вот минералочки попьем. Вот на прошлой неделе сюда заезжал. Здесь разметки не было. Вот теперь видите, как красиво здесь. Все по линеечке стоят, все ровненько стоят. Красота, порядок. Свет. Со стороны Самары никто не идет. Свободно, чистенько. Вот видите, как раз я ночевал на въезде в Махалино. Так, ну сегодня мне нужно проехать, получается, сколько? Ну, 900 километров точно надо проехать. Так что время у меня 8 по местному. В Москве тоже 8. Ну, если буду ехать, не лениться, то вечером, поздно-поздно вечером буду. Проедем намного быстрее. Это я сейчас в Пензе нахожусь. Перед выездом. Перед выездным постом ГАИ. После Макшана же есть кафешечка, называется Пит-стоп. Сейчас пойдем там покушаем. Дальше сил просто нету ехать. Надо заезжать. Здесь вот парковка есть. Она асфальтированная. Кафешка приличная, туалет тут есть. Вот сейчас вот сюда вот заедем. И пойдем перекусим по-быстренькому. Кафе автостоп. Я его постоянно называю пит-стопом. Не знаю почему. Так. Сейчас где-нибудь запаркуемся. О, мойка. Мойка. Не, погода не та, чтобы мыться. Что-то говорят ребята, что возможно дождик будет. Короче, паркуемся вот здесь вот перед кафешкой. Вот так вот. Все отлично. О, свет забыл выключить. Что ж такое-то, а? Хорошо, что обход сделал. Пойдем перекусим. Свет выключил. Ой, блин. Неплохо так идем. Приятного аппетита. Классная тоже здесь кафешечка. Цветочки здесь у них всегда. Симпатично здесь.
Ладно, давай попробуем салат из свеклы с чесноком и сыром. Так, кто здесь сегодня на раздаче? Так, что кушать будем? А? Так. Что, на первое есть? Тут еще магазинчик есть. Можно минералочки взять. Чего-нибудь к чаю. А даже, наверное, надо придется что-то взять. Я смотрю, там есть печеньки. О, брызгалочки есть. Смазки всякие разные. Полирольки, кока-кола. Ну, короче, все подряд. И кока-кола, и моторное масло, все на одной полке. Сейчас в машине посидим, чай попьем, поедем дальше. Да, смотрю на машинку, пора бы ее, наверное, помыть. Припылилась. Ну, это не грязь, это так, а рабочая пыль. Ну что, поехали дальше. Что, тут у нас все нормально? У меня, кстати, здесь проблемка, блин. Очередная. У меня начал подтекать вот этот вот насос. Насос подъема кабины. Вот не знаю, что с ним делать. Такое ощущение, что он начал подтекать вот отсюда. Сальник какой-то или резинка стоит уплотнительная. И оттуда начинает потихонечку сопливить. Утром приходишь на стоянку, а под машиной лужа. Ну не прям лужа, так. Лужица. Вот не знаю, что делать, посоветуйте. Лечится ли это или нет? Ну, наверное, только вскрытие покажет, да? Как бы еще не катастрофично, но я так понимаю, то, что в скором времени придется сюда залезть. Поехали. Там снизу машина лежит. Наверное, ночью случилось, а может быть недавно. Вижу, что только это прицеп, по-моему, желтого цвета, кабина зеленая. Шторки закрыты, видать, давно случилось. Нехило. Что произошло, вообще непонятно. Уснул, наверное. Вроде дорога широкая. А может, что помешал. Дай бог, чтобы все было хорошо. Так. Это получается, я сейчас проехал Шацк. Вот. Ну, минут 20, может, назад. Выезжаю вот из Карабухина. Вы сейчас фотографировали, что ли? До Рязани немножко осталось. Сколько тут? 320 километров. До Москвы. Угу. Короче, 140 километров до Рязани. Пока что все нормально, едем. Время 4 часа.
Остановился немножко размяться. Только в машины обойти. Там у ребят что-то машина сломалась. Пойдем. Что-то случилось-то? Баллон на взрыв ушел. Это колесо? Да. Держали нормально, да, все смотрю. Что, скорость небольшая была? 70. 70? Да. Сильно трекануло? Да, пиздец. Привет. Ну что, живой домкрат? Да. Да? Просто вот так посадить надо с домкрат. Не так, а вот так. Че, шкура слезла, да? Блин, и пластик весь целый, да, все целое? Пластик все целое, да? Дай бог повезло нормально. Поднимает? Надо добавить надо масло. А твой что, не оселяет или что? Не, вот столько поднял, все. Да, да. Нормально. Уже у тебя тоже. Я смотрю, у тебя диск треснул, видел, да? Да. Эта машина перевез, я купил. Но я раньше 2 года назад я сам продал. Ага. Обратно купил машину. Сейчас чуть-чуть масла добавлю. Давай, давай. А что, ты отсюда с пробки? Не, отсюда. Отсюда же надо. Отёрки есть. Латта можно вайдем оттуда. Что, какого года машина? 2006. Шестой? Да. Отлично. 315, 60 не нашел вообще. Вот 70 нашел, взял. Сейчас еще один найду такой баллон. Сразу. А у тебя с другой стороны другого размера? Вот где-то отсюда 100 километров вес баллон нужен. Ну там на этом. Ямберная, да? Так, ну все, я пошел. Да. Давайте удачи вам. Пригодился. Так. Это тоже на место. Масло здесь УТФ-ка как раз лежит. Домкрат добавлять. И ящичек с мелочевкой. Все, поехали дальше. Бери. Монтировка есть? Да. Хорошая. Лом есть у меня. Вот видишь. Хорошо, что не уехал. Им еще и ключ нужен.
Таким ломом можно и шпильки поломать. Не могли их открыть это? Жопа происходит. Время гляньте сколько. Сейчас ночь по Москве, а я только-только захожу на МКАД. Фу, и спать охота, и, короче, ночевать совсем не вариант. Потому что сейчас заночуешь, утром на выгрузку не успеешь. Не успею на выгрузку, соответственно, меня не выгрузят вовремя. Вот. А если не выгрузят, то я не успею на погрузку. У меня в Твери завтра в 11 часов погрузка. Вот. И грузимся на Москву. Короче, вот такие вот дела. Вот. А на доставку груза с Твери до Москвы дают тоже там 4 часа. То есть получается в 11 краем мы грузимся. До 12, с 11 до 12, да? 12. Час, два, три. Так, секунду. 12, грузимся. Час, два, три. В 4 часа мне надо быть на Кавказском бульваре. А гляньте, что творится здесь на МКАДе. Тоже. Извините за выражение, жопа. По-другому никак не назвать. Дождь идет, погода такая. Слюнявая. Короче, вообще не в кайф. Ну ничего, я думаю, мы смодим или смодем. Вы, кстати, видели, что там проехало? Я только что обратил внимание. Смотрите, с левой стороны бочка. Он на диске едет. У него колесо горит. Он в курсе вообще, интересно? А колесико-то попахивает уже. Все, друзья, я на выгрузке. Меня уже выгружают. Пойдем покажу, как происходит выгрузка. Все, друзья, выгрузили меня. Выезжаю с территории. Сейчас едем тут неподалеку, 13 километров. Тоже будет погрузочка. И будем грузиться на Москву. Сейчас охрана только сзади посмотрит у нас. Там открыто! Выйдем с территории. Двери закроем, поедем дальше.